Славный живописец арт-класс вошел в историю с прозвищем Ван Лейден. Лейденский. Родился, скончался, прожил жизнь, арт почти исключительно в Лейдене. Но согласитесь, далеко не все домоседы удостаиваются прозвища по названию родного города. Нужны особые причины. Учился арт у Корнелиса Энгельбрехтсена, основоположника лейденской художественной традиции. И на первых порах арт подражал учителю. На картинах Энгельбрехтсена Христа неизменно сопровождает апостол Иоанн. Одет он в красное. На его фоне фигура Христа в темных одеждах выглядит особенно выразительно. В центральной части триптиха «Воскрешение Лазаря» арт в точности повторяет излюбленный прием учителя. В живописи подражание учителю вскоре уступило собственному стилю арта. Зато в другой, очень важной черте, он остался верен учителю до конца. Как и учитель, арт тоже своих работ не подписывал, но в скромности пошел даже дальше. Корнелис ведь сделал большое состояние и блестящую карьеру, помимо художественной. А ученик его сделал все, чтобы карьеры не состоялось. Следуя христианскому идеалу буквально, арт умолился настолько, что любого другого художника ставил выше себя. Неудивительно, что все называли его уменьшительным именем Артген, то есть маленький арт. И это при том, что мужчина был силой и роста внушительных. Жизнь Артген прожил почти как святой, творил в основном на темы Писания. За многодельные, очень искусные работы брал гроши, обитал в лачушке в криминогенном пролетарском квартале. Однажды на улице бандит ножом распорол ему щеку. Шрам хорошо заметен на портрете Артгена, опубликованном в начале 17-го столетия. Наедине с собой он наверняка часто пребывал в состоянии глубокой задумчивости, как написанный им святой Иероним, портрет его внутреннего идеала. Личность Иеронима, философа и аскета, переводчика на латынь Святого Писания, очень импонировало художнику. Таким мы увидели Иеронима у Корнелиса Энгельбрехтсена. Артген и сам любил читать и беседовать на темы Библии. Желающие послушать его находились. Образ Иеронима, писателя и богослова, был также чрезвычайно дорог и Рембрандту. Величайший художник в юности едва сам не встал на путь религиозного философа. Ради этого он даже поступил в Лейденский университет. Родился Рембрандт через 108 лет после появления на свет Артгена ван Лейдена и тоже всю жизнь размышлял о судьбе Иеронима, свидетельство тому многочисленные афорты. Рембрандт картины Артгена не просто высоко ценил, но даже держал их в своем амстердамском доме. Разделенные столетиями, художники творили на сюжеты, важные для обоих. Воскрешение Лазаря Рембрандта, сюжет, дающий надежду на воскрешение человека,
благодаря духовному усилию любящих его людей, а в Евангелии Иоанна, к тому же предваряющего воскрешение Христа. Арген за 120 лет до Рембрандта пишет не столь эмоционально. В деталях он следует своему учителю Корнелису Энгельбрехтсену. Последнее заметно, например, в фигурах Иоанны и Марфы, сестры Лазаря. Тщательно переданы характеры свидетелей воскрешения. Выписаны они с чрезвычайным разнообразием. И даже персонажи на дальнем плане так выразительны. Апостолы даны без какой-либо идеализации. Да, это провинциальные, дремучие мужики. Наша внимательность вознаграждается подарком. Мы распознаем того, кто предаст. Картины Артгена предназначены для внимательного рассмотрения. Смыслы открываются далеко не сразу, но за это художник как раз и ценится знатоками. Артген имел явную склонность к изображению архитектуры, заметно итальянизированной, проявлял в этих изображениях большой интерес к геометрии. У Рембрандта, напротив, архитектура никогда не давлеет. Если и присутствует на полотне, то едва заметно, однако безотчетно для нас вызывает в зрителе ощущение таинственного величия. Архитектура на полотнах Рембрандта совсем не графична и часто едва отчетлива. Но действие ее тем сильнее, чем сама она незаметнее. Словно действие музыки, тихонько сопровождающее рассказ о живописи. Прожившись скромником, маленький на родине Арт получил в большом мире прозвище Лейденского. Слава его чудесным образом распространилась далеко от дома. Но верный себе Артген при жизни отказывался пользоваться ее плодами. Довольствовался местным кабачком, где не столько пил, сколько вел богословские диспуты, наблюдал да беседовал с приятелями и заказчиками. Отдыхал от трудов художник, мастерски, играя на флейте. Так увлекался, что несколько раз падал в каналы. Жизнь его завершилась при схожих обстоятельствах. Возвращаясь из кабачка домой, самозабвенно музицируя, 66-летний художник в темноте оступился и утонул. Во все времена так было, что знатоки и противостоящие им невежды судят об искусстве по-разному.
Произведения Артгена замечательны, прежде всего глубиной мысли и мастерством композиции, говорят одни. Зато другие укоряли художника за то, что не слишком тщательно отделывал свои картины. И этим отличается от другого ученика Корнелиса Энгельбрехтсена, Лукаса. Действительно, хоть выпорхнули оба таланта из одного гнезда, людьми и художниками Артген и Лука Лейденские были разными. Лука прославился куда больше, чем застенчивый Артген. Ему посвящен следующий фильм рембрандтовского проекта.